Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Московская правда» и программа «Московский иностранец». У микрофона Герман Арвакас и мой сегодняшний гость, директор Греческого культурного центра в Москве, госпожа Теодора Яницы. Добрый вечер, Герман. Добрый вечер, друзья. Теодора Яницы уже не первый раз у нас в гостях, но последний эфир у нас был уже достаточно давно, в осенью 2012 года, и тогда Теодора была одной из первых гостей, которые пришли к нам на эфир, пришли к нам в студию, когда программа «Московский иностранец» делала только свои первые шаги. И сейчас, вот спустя два года, мы с удовольствием пригласили Теодору, тем более, что ей, я так думаю, всегда есть что рассказать, поскольку жизнь Греческого культурного центра весьма насыщена, и вот Теодора нам принесла даже такую программку. Ну, я бы даже назвал, что это не просто программка, а тут такая очень-очень подробная брошюра о спектакле «Антигона» на известное, собственно говоря, произведение литературное из Древней Греции, произведение Софокла. И вот, собственно говоря, Теодора играет там, насколько я понимаю, одну из главных ролей. И, в общем, об этом мы тоже, естественно, сегодня очень-очень подробно поговорим. Ну и, разумеется, о деятельности Греческого культурного центра и о мероприятии, которые там проходят, тоже. Вот. Но, конечно, первый вопрос у нас всегда такой немножко вводного характера. И я попрошу Теодору немножко рассказать о себе, о том, как давно она живет в Москве, при каких обстоятельствах выучила русский язык, и, в общем, такие немножко биографического характера, тем более, что тоже, я так понимаю, что рассказать есть что, и биография достаточно такая интересная. Спасибо большое, с удовольствием. Живу я в Москве уже 25 лет. Приехала учиться в конце августа 1989 года по стипендии, которую я получила Пулиной, тогда еще общество «Отчизна», «Родина». Это было советское общество, которое поддерживало отношения с соотечественниками за рубежом. У меня есть корни из России. У меня прабабушка была русская, Степанова Анастасия Ивановна. Бабушка родилась и выросла в Крыму, в Севастополе. Отец родился в Симферополе. Так что у нас дома, в семье, в Афинах всегда царил дух культа России. Всегда Россия воспринималась как наша вторая большая великая родина, как великая единоверная держава, страна, с которой нас, греков, связывает очень многое. И для меня это было такое сознательное решение приехать учиться в России, тогда еще в Советском Союзе, несмотря на то, что я к этому времени уже поступила на первый курс в историко-археологического факультета Афинского университета. Закончила исторический факультет МГУ в 95 году, впоследствии защитила кандидатскую диссертацию на тему «Греческий мир конца 18-го, начала 20-го столетия по российским источникам». В 2003 году выпустилась из актерского факультета ГИТИСа, РАТИ ГИТИСа, Российской академии театрального искусства. С 95 года я являюсь сотрудником посольства Греции. И последние 9 лет я руковожу Греческим культурным центром. Это общественная организация, российская общественная организация, которая была создана немногочисленной группой представителей нашей диаспоры, у которой весьма обширная деятельность национального масштаба, о ней можем рассказать подробно. И действительно, вот одно из последних детищей нашего Греческого культурного центра – это постановка «Антигоны» по Софоклу на сцене репертуарного театра Москвы, на сцене Московского театра Луны. И с этой постановкой мы успешно последним летом, вот этим летом, гастролировали и по Греции. Замечательно. Действительно, биография прекрасная и очень интересная. А вот русский язык, вы его как-то с детства знали или все-таки выучили уже в Москве? Я выучила в Москве. Год до того, как я приехала, я учила его в Греции. Но, наверное, это такая была сильная любовь к России, что, наверное, я его, уже находясь здесь, выучила быстрее. У меня, наверное, меньше акцента, чем у моих соплеменников греков, которые живут даже дольше, чем я в России. Вот. У нас дома мы жили вместе с бабушкой, но бабушка и отец были двуязычными. Находясь, живя в Крыму, они ходили в греческие школы. У них с детства два родных языка – греческий и русский. И поскольку моя мама была гречанка из Греции, коренная гречанка, дома мы общались по-гречески.
в семье, и только мой отец со своей мамой, то есть с бабушкой, когда наедине оставались, они общались по-русски. Так что русский у меня не родной с детства. Но, тем не менее, очень и очень хороший. Спасибо. Да, действительно, в общем, акцент... Я стремилась к этому. Акцента никакого, конечно, нет совершенно. Может быть, ну, никогда не подумаешь, скажем так, что вы... Ну, может быть, где-то вот с юга, да, но никак, не так, что вот действительно из, совсем из-за границы. Хотя, конечно, вот действительно русские и греческие народы – это действительно народы-братья, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой. И, в общем, это все греки, вот, которые у меня здесь были. У меня здесь была в том числе и посол Греции, госпожа... Куманаку. Да, госпожа Куманаку. И вот она тоже, в общем, эту тему очень активно, так сказать, продвигала, что вот действительно, как бы, что в Греции... Ну, собственно, наверное, это любой человек, который был в Греции, он знает, что, в общем, отношения действительно очень хорошие, и когда, там, я не знаю, приходишь куда-то, там, просто вот, условно говоря, поужинать, пожалуйста, меню на русском языке, и очень часто вот, обслуживающий персонал тоже говорит по-русски. Ну, может быть, там не так, как Теодора, да, но по крайней мере, такое всегда. Ну, в туристических местах, особенно да. На Крите, где большой поток туристов, да, уже, или в Халькидиках, да, русский язык, он обязательный уже. Да, совершенно верно. Ну, давайте тогда перейдем действительно уже ближе, так сказать, к деятельности непосредственно греческого культурного центра. Немножко так вот в историю, так сказать, если углубиться, да, кто создал, так сказать, кто стоял у истоков, какие, собственно говоря, цели, какие-то вот, я так понимаю, группы энтузиастов. И вообще, насколько вот велика греческая диаспора здесь, в Москве? Вот вы сказали о том, что вот она, с одной стороны, невелика, а с другой стороны, активна. Вот какие-то, может быть, имена, если можно, или... С удовольствием, с удовольствием. На самом-то деле греческий культурный центр был создан тремя друзьями, я могу назвать их фамилии. Это известные представители нашей диаспоры в Москве. Это Андрей Леополо, Александр Кесов Кесиди и Янис Сидиропуло. Они его создали весной, лето 2005 года. И для меня большая честь то, что они обратились ко мне и предложили взяться за его организации, координации. Ну вот, за делом, чтобы как раз вокруг центра создать ту структуру, которая будет заниматься делом распространения греческой культуры в российской столице, делом дальнейшего сближения и так близких по духу двух единоверных народов, россиян, греков, делом сплочения греческой диаспоры и делом реализации потенциала эллинов и филеллинов. Всех людей, кто в силу своей деятельности способствует греко-российскому взаимодействию. Есть большое количество представителей наших диаспоры, которые поддерживали нас и поддерживают на протяжении всех этих лет. Нельзя ли не назвать Федора Карафулиды, Константина Кивриди, которые нас поддерживают на постоянной основе, Николая Гурбаша, Филарета Гальчева и множество еще представителей нашей диаспоры, которые поддерживают нас, наш центр или на регулярной основе, или под определенные проекты. Относительно количества греческой диаспоры, насколько мне известно по переписи населения, количество греков по России около 98 тысяч, а количество греков по Москве и Московской области около 4 тысяч. Но на что я хочу обратить ваше внимание, наш центр, он как раз ориентируется на распространение греческой культуры и на как раз сплочение людей вокруг культуры. И что нас особо радует, это то, что насколько мы ощущаем отклик нашей деятельности среди россиян, так называемых филеллинов. Достаточно вам сказать, что когда мы начинали свою деятельность, первая программа, которую мы решили осуществить, это были наши языковые курсы. Я прекрасно помню, 1 ноября 2005 года мы въехали в наш офис и путем массовой электронной рассылки дали информацию в ряд российских вузов о том, что уже открываются курсы греческого языка. И буквально через 2 недели к нам записались первые 120 учеников. Через 2 месяца их количество составляло 200 человек. В новом учебном году 300. Через год 600. И вплоть до прошлого года количество записавшихся к нам на курсы составляло 550-600 человек. В том году, в прошлом году записалось феноменальное количество
интересующих греческим языком 1400 человек, в этом году 1100. То есть и каждый год мы проводим так называемый опрос среди наших учащихся и тех, кто интересуется нашими мероприятиями, нашей деятельностью. Порядка 30% – это россияне с греческими корнями, то есть представители диаспоры, а остальная часть – это россияне, которые любят Грецию, которые побывали в Греции, ощутили очень гармонично, находясь там, в этой стране, почувствовали, что находятся у себя дома, почувствовали, ощутили тепло, которое исходит от этой земли эллинских богов, от этой кусочка Средиземноморья. И приезжают, возвращаются к себе домой и хотят найти вот как раз очаги распространения греческого языка, греческой культуры в Москве. И приходят к нам. Да, действительно, аудитория достаточно серьезная. А вот есть какая-то статистика по, скажем так, качество обучения, но я имею в виду то, что вот как бы человек приходит изучать язык и, условно говоря, доходит до конца, вот до какого-то там серьезного уровня, а какая-то часть, может быть, там бросает и так далее, так сказать, что сложно там или, может быть, расхотелось. Вот есть какая-то статистика, сколько людей, так сказать, на входе и сколько на выходе? Сейчас я вам скажу. Есть люди, которые постоянно к нам ходят. У нас программа обучения языковая длится, но можно сказать, 4 года, по истечению которых мы подготавливаем людей на сдачу экзамена для получения сертификата знания греческого языка, так называемый эллиноматии. Это сертификат знания греческого языка, который выдается Государственным центром греческого языка, находящимся в Салониках. Экзамены принимаются здесь, на филологическом факультете МГУ, на факультете византийской и новогреческой литературы. Они проходят каждый май. А есть люди, которые с самого первого года существования нашего центра постоянно ходят на занятия к нам в продвинутую группу, то есть третий-четвертый год обучения, где обычно вместе с российскими педагогами ведут занятия педагоги из Греции, носители языка, откомандированные по линии Министерства просвещения Греции. Наши учащиеся, начиная с позапрошлого года, уже стали участвовать на этой программе по сдаче экзамена для получения сертификата и вполне успешно его сдают. В первый год сдали его 3 человека, но столько примерно и участвовало. В прошлом году сдали все 6, если я правильно помню, которые пришли на сдачу этого экзамена. В этом году пришли сдавать 3, сдали 2. То есть не все осмеливаются сдать этот экзамен, но большое количество людей, которые к нам постоянно ходят на занятия, постоянно ходят в продвинутые группы. Если говорить о статистике, мне сложно сказать сейчас, какое количество осталось, а какое отсеялось. Есть такое определенное ядро, примерно это, наверное, 10%, которое остается и доходит до конца и продолжает поддерживать язык. А остальное, наверное, доходит до определенного уровня, наверное, до 2-3 курса. Вот чтобы постоянно поддерживать на протяжении всех этих 9 лет, продолжать заниматься языком, это примерно 10 человек. Что касается возрастной категории наших учащихся учеников, это люди различного возраста, начиная там от студенческого возраста вплоть до пенсионного. Большая часть – это молодежь до 35 лет. То есть это все-таки в основном люди, которые собираются в дальнейшем уехать отсюда в Грецию, или просто люди, которые, условно говоря, живя здесь, просто хотят поддерживать какую-то связь? Вот. Это люди, которые любят Грецию. Наблюдалось несколько лет назад, до кризиса в Греции, до финансового кризиса, наблюдалось, что некоторые представители, да, некоторые люди из наших учеников, в перспективе они планировали уехать. Это было связано с профессией или это было связано с семейными обстоятельствами, особенно вот выходить там замуж за грека и проживать там. В последние годы наблюдается обратная тенденция. Из-за кризиса очень многие греки приезжают в Россию в поисках трудоустройства.
И теперь уже такая тенденция, что греческие мужчины обосновываются здесь. И сейчас теперь уже к нам обращаются за занятиями русского языка. У них супруги, жены россиянки. Они живут здесь в поисках работы. Им нужен как раз русский язык. Так что большинство наших учащихся – это люди, которые влюбляются в Грецию. Каждый год регулярно едут в Грецию в отпуск, на отдых. Очарованные греческой природой, греческой архитектурой, греческой историей, греческой кухней. Интересуются, где в Москве можно приобрести греческие товары, греческие продукты. Мы, кстати, пользуясь случаем, хочу назвать, что, сказать, что в феврале 2012 года греческий культурный центр был инициатором акции «Поддержи Грецию», которая состояла из такого призыва: приобретая греческие товары, проводи свой отпуск в Греции. И нам отрадно, мы дали информацию через соцсети, через наш сайт, информацию о нашем таком лозунге, о нашем призыве, об этой акции. Эта акция сопровождалась, кстати, списком компаний и магазинов в Москве, где можно найти греческие продукты. И мы очень рады, что эту акцию поддержали другие организации, в частности, организация Россотрудничества, организация Общества Дружбы, Греция, Россия, Кипр, которые использовали свои ресурсы, социальные ресурсы, административные ресурсы, соцсети, информационные ресурсы и дали дальнейший размах вот этой акции. И именно эта акция в этом и состояла, в том, чтобы поддержать Грецию. Так что наши учащиеся – это люди, которые любят Грецию. Многие из них уже приобрели недвижимость в Греции. Вот мне один из наших преподавателей говорил, что вот в одной группе в основном так сложилось очень много бабушек, дедушек, которые каждое лето проводят все лето с внуками в Греции. Там дети им купили недвижимость, и они там, и чтобы поддерживать язык, они зимой ходят к нам на курсы. Угу. Понимаете? А вот эта система репатриации российских греков, она продолжается? То есть, если вот человек с греческими корнями, он может уехать в Грецию? Насколько мне известно, да. Эта система существует, да, продолжается. Просто, по-моему, раньше можно было подавать документы через Москву, то есть через консульские службы в Москве. Теперь уже надо, по-моему, непосредственно подавать все в Греции. Насколько мне известно. Я просто не близка вот с этой процедурой, не так хорошо знакома. Но насколько мне известно. Ну да, давайте поговорим действительно о спектакле, чья идея, как возникла, что, какие вообще, откуда корни и прочее, кто режиссер, кто актеры, вот так вот. С удовольствием. Подробно. Ну, насчет идеи, не побоюсь сказать, что я эту идею вынашивала не один год. И так сложилось, так боги распорядились, что с режиссером-постановщиком, театроведом и режиссером Александром Смоляковым мы давно знакомы, больше, наверное, вот 7 лет. Он ставил свою пьесу «Суд Париса», в которой я участвовала. И так сложилось, что Греческий культурный центр больше 2 лет назад обратился в ряд московских театров с таким предложением, и сотрудничество обосновалась вот с театром «Луны», на стене которого мы в феврале этого года сыграли премьеру нашей «Антигоны». Я считаю, что наша заслуга как национального культурного центра в том, что именно в московский репертуарный театр вошла «Антигона». Это одно из мощнейших произведений всемирного литературного наследия. «Антигона» вошла в репертуар театра, он теперь уже идет регулярно, на регулярной основе. В репертуар театра 30 спектаклей, так что раз в месяц мы показываем наш спектакль. Удачно гастролировали этим летом по Греции, мы показали на 2 театрах под открытым небом в Афинах 30-31 июля наш спектакль, а также 2 августа в замечательном театре, амфитеатре на средневековом замке в городе Каламата в южной части Пелопоннеса. Режиссер-постановщик Александр Смоляков,
Главную роль исполняет наш соотечественник, заслуженный артист России, наш очень хороший, преданный, любимый друг Евклид Кюрдидис. Он исполняет роль Креонта. Титульную роль спектакля, пьесы, произведения исполняет ваш покорный слуга. Я, поскольку по второму образованию я закончила ГИТИС, и некоторые отрывки действительно звучат мною на древнегреческом в начале произведения. И некоторые диалоги тоже мною звучат на новогреческом. Но очень удачный, я считаю, режиссерский подход Александра Смолякова, что без перевода это все вполне понятно зрителю. Вполне понятно даже те отрывки, которые звучат не на русском языке. Все остальные участники спектакля – это молодые и очень талантливые актеры Театра Луны. Хочется сказать, что изначально мы то ли великолепный текст дяденьки Софокла нас всех объединил, то ли такой дух, который царил при репетиционном процессе, это заслуга нашего режиссера Александра Смолякова. При очень теплой дружественной обстановке проходил репетиционный процесс. Мы получали действительно колоссальное удовольствие. Мы для себя искали, особенно, понимаете, для таких людей, как я, которые закончили в 2003 году ГИТИС, но за моими плечами не было актерского опыта, понимаете? Потому что я продолжала работать в посольстве и в греческом культурном центре. И, конечно, сразу рискнуть, да, и сыграть Антигону, это, конечно, такой большой риск. И я искренне признательна, благодарна режиссеру Евклиду, всем коллегам по работе, всем участникам спектакля, великолепные костюмы Юлии Киреевой, художницы, великолепная сценография Константина Розанова, за которую, кстати, он получил и награду фестиваля «Москва. Город мира». А что касается текста, это какой-то современный перевод или классический? Это перевод Зелинского, Фадея Зелинского, начала 20-го столетия. Великолепный литературный перевод, который как раз апеллирует на язык Серебряного века. Специально вот Александр Смоляков выбрал этот перевод, но он действительно вдохновляет нас. Это величие текста. У этого текста идет великий гуманный посыл. Посыл преданности идеалам, верности, твердости духа. Так что это настолько красивый текст, литературный текст, что его учить углубляться в нем и как раз в нем искать те посылы, которые стоит передать зрителю, и потом внутри себя искать те стержни, которые тебе помогут это все внятно преподнести зрителю, но это очень такой, наверное, скрупулезный творческий процесс, но от которого получаешь в итоге истинное удовольствие, катарсис. А вот к вопросу, кстати говоря, о новогреческом и древнегреческом языке, насколько эти языки вообще друг от друга отличаются? Вот современный грек, он способен понимать, условно говоря, без предварительной подготовки древнегреческий язык? Без предварительной подготовки, я думаю, что, скорее всего, нет. Но величие греческого языка – это в том, что современный греческий язык, он является прямым потомком древнегреческого классического языка. Это эволюция одного и того же языка на протяжении 30 столетий. Письменность у греков было линейное письмо в период архаики, а в IX веке до нашей эры греки приняли и совершенствовали финикийский алфавит. Финикийцы – это народ моря, которые путешествовали по Средиземноморскому бассейну. Было несколько диалектов у греческого языка, у древнегреческого языка, и большинство текстов классической эпохи 5 века до нашей эры сохранились на так называемом аттикийском диалекте Аттики. В процессе этот язык эволюционирует, и величие
философское величие и богатство греческого языка обеспечило сохранение языка и во время римского периода, Римской империи, во время Восточной Римской империи, то есть Византийской империи. Не случайно греческий язык, он становится языком христианства, несмотря на то, что сама религия родилась не на территории, скажем, греческого материка. Но настолько богат с философской точки зрения греческий язык, что он становится языком христианской веры, он становится языком византийских хроников, и он, конечно, язык новогреческой литературы. А вот такой неожиданный, у меня неожиданная, может быть, просьба. Можете какой-нибудь отрывок из Антигона на древнегреческом сейчас? С удовольствием. Начало спектакля, когда Антигона выходит из дворца, встречает свою сестру Исмену и делится с ней новостью, ужасной новостью о том, что в результате междоусобицы погибли оба их братья, Полиник и Этиокл. И к власти пришел их дядя Креонт, который распорядился, что Этиокла со всеми почестями мы похороним в черте города. А Полиника, который пришел со вражеским войском захватить город, но на самом-то деле, как изначально было, погиб их отец Эдип, и братья должны были унаследовать престол. И они решили, что один год правит один, второй год правит другой. А когда истек срок правления Этиокла, он не захотел уступать Полинику. А Полинику пришлось обратиться там к соседнему царству, да, это было времена города, городов, царств, раздробленности, да, и они, он приходит завоевать, отвоевать свою же власть, которая ему положена, ну, как он считает, да. Вот, ну, и в результате междоусобицы Полиник считается, что он напал на царство, и дядя Креонт распоряжается, что его не будем хоронить, мы его оставим за чертой города, чтобы он стал пищей для алчных птиц. А это, знаете, это кощунство для античной Греции. Нельзя труп не хоронить. А Антигона решает, несмотря на распоряжение правителя Креонта, своего брата, похоронить, потому что ее двигает божественная сила и моральный кодекс, моральные принципы, которые сильнее принципов и законов правителя царя. Так что она выходит из дворца, встречает свою сестру Измену и как раз всеми этими новостями делится, которые на греческом звучат, на древнегреческом следующим образом. Ugar ta funon to kasignito kreon. Ton men protisas, ton vatimasas echi. Heteoklea menos legusi, συνδίκης, χρυσιδικαία και νόμο καταχθονός έκρυψε της ένερθεν έντιμον νεκρής. Τον δαθλίος θανόντα πολυνίκους νέκην, αστήσει φάσινε και κηρύχθε, το μη τα αφοκαλύψε, μη δε κοκίσε την α, εάν δάκλαυτον, άταφον, ιονείς γλυκήν θησαυρών ισορώσει προς χάριν βοράς. Τι αυτά φάση των αγαθών κρέοντα, Σικαμή λεγογάρ καμέ κηρύξαν τέχην. Και δε βρονίστε, τα αυτατήσιμη ειδώσιν σαφή προκηρύξοντα. Και το πράγμα άγιν, ούχος παρουδέν, αλλά όσαν τούτον της δρά, φόνον προκύστε δημόλευστον εν πόλη. Ούτως έχεις η ταύτα, και δείξεις τάχα, είτε βγενής πέφικας, Ите слон, какие. В конце своего обращения Антигона обращается к своей сестре и говорит, что я решила похоронить своего брата. За тобою выбор. Ты последуешь за мной и окажешься дочерью благородных родителей, или ты побоишься и окажешься дурной. Вот
Да, браво. Вот, собственно говоря, не так часто нам с вами, уважаемые радиослушатели, удается послушать древнегреческий язык, а вот в программе «Московский иностранец» в исполнении Теодора Яницы это можно сделать. Ну и не только в программе, конечно же, а, естественно, так сказать, добро пожаловать на спектакль в Театр Луны, спектакль «Антигона», где играет Теодор Яницы. Это, конечно, всем рекомендую смотреть, посмотреть, и сам, естественно, сделаю это при первой же возможности. Если позволяете, Герман, ближайший спектакль теперь уже будет 26 ноября. Мы вас приглашаем. Спасибо. Я и всех зрителей приглашаю. И, кстати, забыла сказать, что великолепную музыку к спектаклю написал великолепный, еще раз повторюсь, композитор Никос Ксанфулис, который специалист именно по античной музыке и специализируется в написании, в сочинении музыки для спектакля, для трагедии. Да, спасибо огромное. К сожалению, время нашего в эфире уже подошло к концу, поэтому как-то не печально, но будем прощаться. Можно, я думаю, что о греческой культуре действительно говорить бесконечно. И, естественно, я надеюсь, что вы не последний раз у нас в гостях. Но на сегодня, увы, это все. Это была программа «Московский иностранец». У микрофона был Герман Арвакас, а моим сегодняшним гостем, моей сегодняшней гостьей, если уже говорить точнее, была директор Греческого культурного центра в Москве госпожа Теодора Яницы. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо вам.